2 ноября в Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось открытие Международной научно-практической конференции «Россия и Япония. Политика, история и культура». Ее проведение приурочено к празднованию 200-летия российского востоковедения, а также года Японии в России. Японское направление достаточно новое для Казанского университета, но уже мы достигли определенных успехов в этой области. Казанский федеральный университет в рамках реализации партнерских соглашений и участия в совместных научно-образовательных проектах сотрудничает со множеством университетов Японии. Проекты Казанского университета с японскими партнерами были дважды включены в специальные сборники Кабинета министров Японии, подготовлены к визитам Владимира Владимировича Путина в Японию и премьер-министра Абе в России. Это наши проекты по научному сотрудничеству с Институтом РИКЕН, с Институтом физико-химических исследований РИКЕН. И наш последний проект, который был в мае отмечен, это проект по сотрудничеству с университетом города Каназава. В этом году год Японии в России. Впервые проводится столь масштабное мероприятие, охватывающее все сферы взаимодействия между двумя странами. Надо сказать, что конференция стала уникальным японовическим форумом. 私たち、日本大使館、そしてジャパンファンデーションは Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы люди больше хотели получить образование в Японии и изучить наш язык. Я очень рад, что подобное мероприятие проходит именно в Казанском федеральном университете. Конференция, организуемая Казанским университетом, сохраняет традиции развития востоковедения. Тесное общение японоведов всех возрастов, представляющих самые разные научно-образовательные центры, поспособствует к рождению новых весомых научных идей и скорейшему воплощению в жизни множества знаковых проектов. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.